Самарская и Ульяновская области продолжают укреплять торгово-промышленные взаимоотношения. С ответным визитом в регион прибыла бизнес-делегация из соседней области. На повестке перспективы сотрудничества в бизнес-сфере и промышленности с последующим укреплением добрососедских экономических отношений. Мы в определенном таком позитивном ожидании, что у этого визита, безусловно, должны быть и будут определенные перспективные направления взаимного сотрудничества, прежде всего между бизнесом. Наряду с потенциальными точками взаимодействия есть и конкретные предложения о сотрудничестве от самарских бизнесменов. Это и поиск поставщиков сырья в легкой промышленности, и расширение торговой географии, а еще информационный взаимообмен. Взаимный обмен информацией, взаимный обмен делегациями, он способствует развитию наших регионов. Безусловно, те задачи, которые ставит президент нашей страны, правительство Российской Федерации, мы в состоянии решить, наверное, только совместно. Совместными усилиями лишь за первый день бизнес-миссии удалось заключить сразу несколько соглашений, а также намечены дальнейшие векторы сотрудничества малых предприятий двух регионов.